Доброе утро. Многожды задают один и тот же вопрос, поэтому хочу вот так ответить сразу всем, чтобы не писать под каждым постом. Вопрос по поводу принятия армянами христианства. В каком веке это было? Это большой вопрос, почему там указан 4 век, откуда взялась эта информация. Обязательно обо всем поговорим. Вот. Но суть в том, что как армяне могли, суть вопроса в том, что как армяне могли принимать христианство, если они родились как христиане, как религиозная группа. Ну, все верно вы говорите, вы сами отвечаете на этот вопрос. Армяне не могли принять христианство, поскольку мы появились как христиане, мы родились как христиане, понимаете? А потом уже там, вот буквально 200 лет назад, назвавшись народом в современном понимании этого слова, осмыслив границы этого понятия, мы задумались, подождите, когда же мы приняли христианство? И поняли, что таки сразу и приняли. То есть где-то там очень давно, когда эти два события почти, ну, примерно в одно и то же время произошли. Когда очень давно и одно другое, то оно примерно в одно и то же время. Поэтому мы себя помним исключительно как христиане. Да, потому что мы появились как христиане. И вот в этом событии некая тень первенства существует. Но мы ее взяли, эту тень, и возвели там, в ранг какого-то сверхчеловеческого подвига. На самом деле все просто. Армяне появились сразу как христианская община. Вот и все ответы на вопросы. Будем дальше говорить. Подписывайтесь. Много еще о чем нужно узнать.